Всем добрый день! Сегодня хочу в начале своего ролика выразить слова благодарности всем тем, кто заходит на мой канал, ставит лайки, оставляет комментарии, просто делает просмотр моего канала, кто подписан и кто не подписан. Всем-всем огромное-огромное спасибо! Ну, делаю вот видео на фоне хвойника своего можжевельника, так как собралась сегодня обрабатывать их от грибных заболеваний. 2 месяца назад я делала это уже, применяла препарат «Ракурс» специально для хвойных растений. Но сегодня у меня вот под руками только хом. Буду делать хомом, растворять там 20 грамм пакетик на 5 литров воды и делать обработку. Ну вот перед тем, как обработать свои хвойные, заглянула вовнутрь хвои туда, и, в общем, обнаружилось очень много отмершей хвои, которая уже в таком естественном процессе отмирает и скапливается внутри. Ну вот и хочу сделать обработку, но перед этим нужно, конечно, все почистить. Вот постелила пакетики, и для того, чтобы все это вычистить, все, чтобы не падало на землю вокруг, не осыпалась, потом все это нужно будет сжечь и выбросить, потому что внутри есть много скоплений всяких, наверное, и инфекций, и какие-нибудь отложения яиц наших насекомых, которые любят наши учентуи. Ну вот посмотрите, сколько много скапливается в этой шубе вот таких омертвевших веток. Это все вот надо убрать, почистить. Или рукой, или щеткой. Сейчас одной рукой делать не буду. Сделаю все прям как следует. Почищу. То есть, чтобы она была у нас чистенькая внутри. Потому что хвоя очень плотно прилегает к стволам дерева самого. И сложно ей самой сбросить всю эту ненужную листву. То есть, вот она лежит на веточках. А никак сброситься она не может, потому что застревает на этих ветках. То есть все вот надо вот это прочистить, проковырять. И будет у нас тогда чистенькая такая красоточка зеленая на зиму останется. Вот таким делом буду сегодня заниматься. Ну и хочу сказать, обязательно нужно обрабатывать такие растения, которые мы покупаем в питомнике. И привозим, например, с садовых центров, обязательно надо обработать, потому что и питомников бывает не все в порядке, и в магазинах, то есть инфекцию можно подцепить где хотите и занести к себе в сад. И вот сегодня буду этим делом заниматься. Покупала недавно верески тоже себе на участок. Стрикту покупала, можжевельничек такой китайский. Но это я уже все обработала, уже прям как купила, так и обработала. А сейчас вот начну заниматься вот этой трудоемкой работой. Маленькие наши черенки тоже нуждаются в обработке, которые мы делаем сами. Черенкуем хвойные, сажаем у себя на даче. Ну и обязательно потом нужно будет прикрытие для того, чтобы не было ожогов весной. Но большие туечки я уже не накрываю, так как они уже адаптировались к нашей зиме. Все хорошо, они растут нормально. А вот маленькие растения, которые мы покупаем, только-только еще, они небольшие и не очень взрослые. Их надо, конечно, защищать и от морозов, и от весенних ожогов. Я одеваю на них мешочки, а под корешки всех растений, под стволы, делаю хвойным опадом присыпочку. Видео у меня есть такое. Так что почти наши хвойнички уже готовы к зиме. Сейчас их почистим, обработаем. И будет у нас все хорошо. Всем спасибо за просмотры. Всего хорошего. До новых встреч.